Всем привет! Сегодня у нас будет распаковка. Я не удержался, открыл, вот и потом вспомнил за камеру, потому что на камеру сейчас очень модно делать распаковки. Итак, от кого эта посылка? Значит, на мой канал подписан антиквар, ему 70 лет. Я с ним общался по телефону, ему очень нравится мой канал, и вот он на Новый год прислал мне подарок. Давайте же будем распаковывать, распечатывать. И что же он нам прислал? Ну, на самом деле, я знаю то, что он прислал. Вот и сказал немножко быть поосторожнее. Ага, сейчас мы вот так вот. Потому что там на кое-что рассыхается уже. Ну вот вы можете уже заметить. Это очень-очень классная монета, ребята. А теперь поставьте на паузу и напишите в комментарии, какая именно эта монета. Вот так вот я открою. Но я вам подскажу сейчас. Это номинал 15 копеек. А теперь очень хорошо подумайте и напишите в комментарии, какой же это год. Я жду вас. Написали? И теперь я переворачиваю. Вы готовы? Это 15 копеек 1969 года. Вот в такой запайке. Его зовут Георгий, и он мне еще в Вайбере написал, то, что нужно быть немножко поосторожнее. Эта монета долгие годы лежала в альбоме для монет. И вот согнулась вот таким образом. И там она уже начинает немного рассыхаться уже. Вот эта вот запаечка. Я, наверное, тоже ее разгинать не буду. Вот монетка состояния UNC. Можно сказать и пруф, но из-за времени немножечко так она потемнела. Наблюдается. Может, вам особо не видно? Но такое есть. Но это бывает, когда оно лежит в альбомах. И монетку никак не выгулять. Подышать свежим воздухом. Такое встречается. Огромнейшее спасибо вам за подарок. Почаще бы присылали такие. Было бы куда поинтереснее. Отличный, классный подарок на Новый год. Такая монетка, естественно, стоит денег. Она вообще просто великолепная. Классная. Посылочка пришла из Харькова. Раньше Георгий стоял на рынке, покупал вот такие предметы все, очень много лет, но сейчас уже на пенсии. Мы разговаривали долго с ним, около 40 минут. И человек уже потихоньку что-то распродает. И вот мне подарил на память, так сказать, вот такой шикарный экземпляр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!